Сегодня Красноярск как никогда красив и торжественен. Специально к открытию Всемирных студенческих игр в городе запустили фонтаны, которые бьют прямо из глубины нашей великой реки Енисея. За ними сейчас наблюдает моя коллега Алина Штоколова. Алина, привет. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях от того, что ты сейчас видишь. Здравствуй, Влад. Доброго вечера всем нашим телезрителям. Но где еще в наших широтах в первые дни зимы можно увидеть фонтаны, бьющие буквально из-под снега и льда? Конечно, только в столице первой в России всемирной зимней универсиады. А зимние спячки речной фонтан разбудили еще вчера. Он работал в тестовом режиме. А вот сегодня с 2 часов дня все красноярцы и гости нашего города могут полюбоваться таким необычным зрелищем. Буквально полчаса назад струи воды, а их высота, я напомню, около 100 метров, раскрасили разноцветной подсветкой в цвет нашего триколора. Вместе с мостом, вы сейчас можете видеть, что он тоже очень красиво подсвечен, они создают очень интересную красивую композицию. Отблески света, особенно в темноте, играют на воде. В общем, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поверьте. Чтобы запустить все 6 форсунок, водолазы несколько дней проверяли и приводили в рабочее состояние оборудование после сезонной консервации. Так что успевайте посмотреть на это своими глазами. Речной фонтан сегодня будет работать до 11 часов вечера. Влад, спасибо.